Армыз көрермен эфирде тобыл тынысы ақпараттық таңдық сазды бағдарламасы. Біз сіздермен көріскенімізге қайта қуаныштымыз. Сондықтан да сіздерге бүгінгі сенбілік күннің керемет көңіл күйін сондай-ақ сәттілік тілейміз. Ол үшін аса қатты қиналудың қажеті жоқ. Ең бастысы ыстық шайды әзірлеп, сондай-ақ экран бетіне жақындап бүгінгі тобыл тынысы бағдарламасын қосып қойсаңыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы деңгейде өтеді деген ойдамыз. Себебі бүгінгі біздің шығармашылық ұжым сіздер үшін қызықты ақпараттармен көптеген пайдалы кеңестер дайындады. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Эфир тізгінде мен Оразғали Нұрғалиев және менің әріптесім Диас Насыбаев. Большое спасибо. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Костанай самая новая познавательная развлекательная программа «Тобыл тынысы». В ближайшие 90 минут мы с вами по традиции узнаем много всего интересного, потому что наши с моим коллегой журналисты очень креативные люди и всегда готовят очень интересную, актуальную, полезную, самое главное, информацию для вас. Я хочу сказать, что сегодня 20 ноября, это специальный субботний выпуск, и в этот субботний день мы вместе с моим соведущим дарим вам прекрасное настроение, несмотря на то, что сегодня выходной день. Я бәрекелді, Диас, дұрыс айтасын. Жалпы енді кезекті бірінші блокта қонағымызды таныстыру үшін алдын ала әуенді үзіліске кезек берсек, ендеше экраннан алыстамаңыздар. Да, дорогие друзья, все карты мы вскрывать не будем. Кто будет у нас в гостях, я думаю, вам очень интересно послушать, будет самим узнать тему нашего выступления, нашего общения вместе с нашими гостями. Дорогие друзья, я думаю, что музыка очень положительно влияет на ваше состояние в целом в течение всего дня, когда вы работаете и учитесь. Учеными доказано, что музыка очень положительно влияет на производительность труда, она увеличивает ее. Поэтому, уважаемые телезрители, прямо сейчас для вас прекрасная музыкальная композиция. Сразу после мы продолжим, не переключаемся. Что ж, уважаемые телезрители, я говорю добрый день всем тем, кто только что присоединился к нашей прекрасной программе «Тобыл тынысы». На этой прекрасной ноте мы продолжаем наш эфир. И, как и обещали, в нашей студии уже появился первый блок гостей. Прямо сейчас он сидит по левую руку от нас. Вместе с моим коллегой представишь? Рахмет, Диас. Я арада бірер уақыт салып экран бетіне қайта оралдық. Ендеше бірінші блоктың қонағымен таныстырып өтейін. Осипов Абылайхан, талантты да дарынды жас әнші. Абылайхан, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға көп рахмет. Кішкене аздап қобалжу бар. Жалпы көңіл күй жақсы. Бүгінгі мінекей сенбі күні керемет көңіл күйден басталды. Таңертең тұрып, жалпы ойымда неше түрлі, басымда ойымда неше түрлі ойлар болып, қалай өтеді деген сияқты. Бірақ мінекей енді студияға келгеннен кейін шамалы енді кішкене аздап болса да рахаттанып, енді өзіміздің жайымызға келіп, енді қобалжу аздап-аздап кетуде. Субботний день начался достаточно отлично. Очень хорошее настроение. Очень спасибо. Большое вам спасибо, что пригласили. Для меня, честно, было неожиданностью. И когда предложили, я сразу же согласился. И присутствует немного волнения, но, думаю, по ходу передачи все станет на свои места. Да, волнение, думаю, развеется. Давайте начнем нашу беседу. Думаю, вы уже готовы, да? Так, начнем с того, что вы начинающий музыкант, да, правильно? Когда вы поняли, что действительно хотите заниматься именно этим делом, этим искусством, что хотите именно петь? Кто вас привел, кто вас подтолкнул к этому? Может быть, родители или же сами? Все началось со школьных времен. Я участвовал в различных вокальных конкурсах, но это было все около вокально-эстрадных сцен. Тот жанр, который я сейчас осваиваю, вообще как бы не свойствен эстрадному пению, потому что это хип-хоп, поп-музыка, это новое направление музыки, модно сейчас говорить new school. Вот. Идея пришла, я провалил ЕНТ в 2018 году, и потом подумал, ну, значит, надо чем-то другим заниматься. В поселке у меня не было, я жил в поселке, станция Челгаши, и никаких, скажем так, благоприятных условий для того, чтобы заниматься музыкой, там не было. И я подумал, ну, раз уж я поступаю в город, то и там есть основной плацдарм для того, чтобы заниматься музыкой. И все началось с этого. Абылайхан, сонда сіз арнайы әншілікке білім алған жоқсыз ба? Менің
кішкентай кезімнен жаңағы музыка сабақтарына қатысып, осылайша аздап-аздап дауысымызды ашып отырдық. Сонымен қатар әжем, нағашы әжем, нағашы атам, сонан кейін анам музыкаға жақын кісілер болды. Кішкентай кезінен бұл кісілерін жаңа әндерін тыңдап өсіп, сонан кейін эстрададағы әншілерді көріп, фильмдерді көріп, соларға еліктеудің бір мақсатында, арқасында дауысым енді-енді шығып-шығып, сосын оны мұғалімдер ең бірінші көрді. Төртінші сыныптан бастап бүкіл мектептегі өткен мерекелерге барлығына мені қойып, сол жерде мен ән айтып, кейін әртүрлі аудандық вокальный конкурстар, облыстық вокальный конкурстар өтті, сол жерге мені апарғаннан кейін музыкаға деген шабыт, музыка, ол кезде жай мен музыканы тек құрайтатынмын, оны жазу, музыканы продюсировать ету әлі ойымда болған жоқ. Бастапқы музыка жаңа продюсерлік жағынан жаңа енгізу, оны игеру осы университетке келгеннен кейін басталды. Сонда сіз әннің сөзін, сізде мысалы көптеген әндер шығарады, өзің жазып шығарасыз, сонда әннің сөзін өзің жазасыз ба? Иә, әннің сөзі өзі жазылады. Өйткені маған ешкім мысалға жазып бермейді. Ал мысалға мен өзім ойлаймын, онда әлі болған жоқ, бірақ егер де маған біреу жазып берсе, мынаны айт десе, мен оны өзім күнделікті орындағандай сияқты айта алмаймын. Өйткені егер де мен өзім текст шығарып, әннің бүкіл структурасын өзім білмесем, біреу маған дайындап берсе, маған оны игеру қиын болады. Оны мысалға дайын болып жазып берді, мінекі осыны айт, осындай тональдықпен айт, осындай ноталар, бәрібір ол өзінің ішінен шықпағаннан кейін сондай сапалы болу болмау екі талай. Сейчас вы учитесь в Костанайском региональном университете Мехмета Байтурсынова на четвертом курсе. На четвертом курсе. Специальный журналист. Журналист, да. Тяжело ли совмещать творчество с учебой? Я считаю, что нет. Ну, по крайней мере, у меня никогда не возникало никаких вопросов, потому что я всегда как-то лавировал между графиком учебы и тем, где я записываюсь, где я занимаюсь музыкой. Вообще, я считаю, что музыкой заниматься можно абсолютно где угодно, даже сидя на паре. Бывают очень скучные уроки, и ты сидишь, и невольно в голову лезут разные строки. И ты берешь листочек или телефон, заметки, быстренько написал, у тебя уже есть определенный скелет будущей песни. Позже ты ходишь по улицам города или, допустим, едешь в автобусе, и уже как-то, читая свой придуманный текст, в голову приходит, допустим, определенный мотив песни. Приходит, и ты такой быстренько берешь диктофон, записываешь. Был один курьезный случай. Мне пришла очень крутая мелодия в автобусе, он был переполнен абсолютно. Я такой думаю, ну это срочно надо записать. И вот представьте, полностью битком записанный автобус, прям полностью. Я стою так, держусь за поручень, достаю диктофон, начинаю напевать. И тут стоит бабушка, на меня так смотрит, типа, ну, что за дурак, типа. А я вообще ничего, ну, мне все равно, что подумают люди, потому что если все хитовые мелодии будут мне приходить в абсолютно неудобные места, я готов их записывать хоть на самый большой граммофон, потому что люди подумают, а мелодия останется, понимаете? Это круто на самом деле. По вашему мнению, можно ли научиться петь? Этому учатся или все-таки это с рождения какой-то дар, талант? И то, и то. И то, и то. Я считаю, что я лично не знаю, моя теория такая, ну, в мире ее никто, конечно же, не говорил, но я считаю, что вообще каждый человек способен петь. Просто очень большое количество людей стесняются пойти к, ну, в вокал мастерам или же, допустим, к профессиональным певцам, которые обучают вокалу, потому что, ну, голоса, голосовые связки у людей у всех одинаковые, как и, допустим, наши руки, да, ноги. И просто я считаю, что почему кто-то может петь, а кто-то нет, возможно, кто-то с детства был очень близок к музыке. С самого раннего детства в их доме всегда играла музыка, родители, родственники везде ее во всех разных застольях пели, и они вот подхватили слух, и далее уже, когда слух обострился, у них уже начали появляться какие-то вокальные данные. В нашей семье было так. У нас вот с детства не было, конечно, интернета, но в телевизоре всегда играла музыка. Радио всегда играло. Я еще раз повторяюсь, бабушка пела, мама пела.
И вот это все мне дало какой-то... У вас целая династия певцов. То есть, да, у нас даже у меня младший брат тоже занимается музыкой, сестренки поют, поэтому мне кажется, там, где очень часто с детства играет музыка, мне кажется, люди набираются музыкального слуха и вырабатываются первые зачатки именно в плане вокала. Сонда Аблайхан, сіз әжеңізде, анаңызда өлен айтты деп отырсыз. Сізге сонда ол қан арқылы тарады деп ойлайсыз ба? Немесе өзіңіз қандай да бір вокалды жаттығулар жасадыңыз ба? Осы бүгінгі іске келу үшін қандай қадамдар жасадыңыз? Біріншіден мен ойлаймын, жаңағы анам мен әжеден таралған маған бір қасиет. Екіншіден мен бір жылдай вокалға бардым. Бірақ маған сол кездегі вокалды беру әдісі ұнамады. Әлде мен кішкентай бала болғаннан ба, зейінім онша дамағаннан кейін маған қызықсыз болды. Сосын мен жоқ, мен бармайым дедім. Өз жаңағы немен, өз бабымен жүріп, музыка айтып, осылайша жүрдім. Енді мінекей 18 жылы музыкамен айналса басқаннан кейін студияға барамыз, дыбыс жазамыз. Сол кезде көрінеді, мысалға, кейбір жерлерінде нота қисық кетеді. Қуанышымызға орай, қазіргі қатанда әртүрлі музыкалық бағдарламалар бар, дыбысты түзетеді мысалға. Онымен әрине көп қолдануға болмайды, өйткені осыған үйреніп кетсеңіздер, мысалға лайф болған кезде, концерт мысалға жан дауыс берген кезінде өте көп қателік шығады. Сол себепті, егер де адамда жаңағы әнге деген бір несі болса, дарыны, қасиеті болса, оны жаңағы вокалды үйрететін кісілерге барып, одан да аса дамытып, жүрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Ал сонда мысалы сіз айтасыз, бала кезіңізде ұнамады дейсіз, сонда сізге көп сын айтылды ма? Және де болашақта есейе келе вокалды үйренуге, немесе жаттығулар жасауға, қандай да бір үйірмелерге баруға дайынсыз ба? Барасыз ба? Үйірмелерге баруға дайынмын, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда оған баратын менде уақытым жоқ, себебі оқу, онымен қоса жұмыс істейміз, және де бір жағынан бір түрлі енді әбден шығармашылыққа кіргеннен кейін вокал жаңағы үйретушіге бару бір түрлі деп санаймын өзім. Бірақ шыны керек, турасын айтайық, вокалға барып дыбысты қою ең басты мақсат пен міндет болу керек. Және де Құдай қаласа, болашақта мен міндет түрде вокал үйретушілеріне барып дыбысымды қоюға дайымын. Ал сын демекші, маған сын айтылады бәрбір, әрбір адамға сына олынсыз болмайды, бірақ маған процесс ұнаған жоқ. Мне было очень скучно. Очень интересно, да, рассказывать. И действительно, мне кажется, очень полезная информация, тем более для многих начинающих певцов. Дорогие друзья, прямо сейчас небольшая пауза, сразу после продолжим. Не переключаемся, будет очень интересно. Я Диас Рахмет. Аблайхан мен әңгімемізді бірер минуттан кейін жалғайтын боламыз. Сіздердің назарларыңызға қызықты айдарымызды ұсынамыз. Құрметті достар, бүгін біз сән трендіндегі ыңғайлы әрі сәнді киім үлгісіне айналған пиджак жайында сөз ететін боламыз. Қыздар пиджагының маусым сайын рингтері мен пішіндері өзгеріп тұратыны болмаса, әрдайым сәнде. Бұл бұйымды тек офиске ғана емес, серуенге де, дүкен аралауға да, тіпті жиын кештерге де киюге болады. Тек өзге киімдермен үйлестіре алсаңыз болғаны. Ендеше сіздердің назарларыңызға қыздарға арналған пиджагтың жаңаша кию әдістерін ұсынамыз. Пиджакпен үйлестіретін киімді оның түсіне байланысы таңдаған жөн. Классикалық қара пиджак сол түстен жинақы іскерлік белдемше не шалбарымен, сонымен қатар ашық түсті блузка немесе жейдемен жарасымды көрінеді. Алайда, егер сіз еркін стилде киінгіңіз келсе, мұндай киімді ақ шалбар немесе қою көк джинсымен үйлестірген дұрыс болады. Классикалық эффект үшін кешкі көйлекті пиджакпен жұптаңыз. Егер сіз сәнді атлас көйлектерді жұмысқа сәйкес келетіндей етіп жасағыңыз келсе, қара немесе жабық түсті пиджакты таңдаңыз. Сонымен қатар, күнделікті өмірде ұзартылған пиджакты сарафанмен де үйлестіруге болады. Спорттық киімдер күнделікті өмірге өте ыңғайлы, бірақ барлық жерде қолайлы емес. Өзіңізді сәнді әрі ыңғайлы сезінгіңіз келсе, ұзартылған пиджак пен спорттық киіміңізді біріктіре біліңіз. Мұндай киімде сіз серуендеуге
ғана емес, достарыңызбен көрмеге, немесе сәнді кешке де бара аласыз. Пиджак және жемпір. Осы маусымда көптеген сәнгерлер қолданатын техника. Тартымды жемпірді көлемді блейзермен сәкестендіріңіз. Бұл киім үлгіңізді жарқын, қызықты етудің тамаша тәсілі. Осымен біздің подиум айдарының шығарылымы өз мәресіне жетті. Сәнді киім үлгілерінен әркез хабардар болып жүру үшін подиум айдарын өткізіп алмаңыз. Иә, ардақты ағайын, мінекі керемет қызықты айдардан кейін эфирімізге оралғанымызға қуаныштымыз. Ары қарай Абылайхан мырзамен әңгімемізді жалғастырсақ, жалпы Абылайхан мырза, сіз ән шырқаған кезде қандай музыканттарға, әншілерге еліктейсіз, кімдерді үлгі тұтасыз? Өмірімнің әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі әншілер маған үлкен серпіліс берді, шығармашылықпен айналысуды. Мысалға, кішкентай кезімде 10-11 жасында мен сол кезде рэп музыканы жек көретін, шыны керек. Рэпті мен музыка деп санаған жоқпын. Не мұны? Деген сияқты ойлағам. Сол кезде маған мысалға поп артистер қатынады, Майкл Джексон деген сынды кісілер. Сонан кейін сол кезде Питбул деген кісі болды. Оның рэпқа жақын болды. Бірақ мен ойлаймын, маған ресейлік рэп ұнамаған шығар. Американдық мысалға маған ол қызықты болды дыбыс жағынан. Содан кейін өсе келе мен керісінше рэп тыңдай бастадым. Поп музыкадан кішкене алшақ болдым. Сүйікті музыканттардың арасында маған жаңағы серпіліс берген музыканттар қатарында Queen тобының фронтмені Фредди Меркьюри деген кісі. Содан кейін және де ресейлік хип-хоп әртістер Mia Genshpil және Skriptonit өзіміздің Қазақстанның тумасы. Бірақ өзім жалпы түсінемін, еліктеуге болмайды. Олар мысалға жай музыкаға деген талпыныстарын алуға болады да, бірақ толығымен олардың стилін копируйте етуге мүлде болмайды. Өйткені, мысалға, жаңағы егерде болашақта әндерім мысалға үлкен топ адамдар тыңдаса, олар бірден байқады, мынау кісіден өзінің музыкалық стилін көшіріп алды деген сияқты. Плагиат деп айту мүмкін. Сонда сіз мысалға көптеген шетелдік әншілерді атап өттіңіз, ал отандық жұлдыздарға кезек берсек, кімді сүйіп тыңдайсыз, кімге үлгі тұтасыз? Қазіргі таңда қазақ әншілерінен маған Ғалымжан Молданазардың шығармашылығы өте қатты ұнайды. Ол барлық Қазақстан эстрададағы әншілердің арасынан өзгеше тұратын кісі. Музыка стилі жағынан және текстер жағынан. Содан кейін 91 тобы. Керемет әншілер. Видео сапалары, клип сапалары, музыка әншісіндегі беретін мағынасы өте күшті. Үшінші Мирас Жүгінісов. Керемет әнші, дабысы, әндері, той әндері. Аудиториялы, содан кейін Қайрат Нұртас, Әбдіжаппар Әлқожа. Айта берсем көп, онда әншілер маған ұнамайды, шыны керек. Бұл той әндері біздің қазақ музыканың сапасын жоққа шығарады. Бұндай әндер, мен түсінем, неге олар, мысалға жалпы, неге олар танымал, оның барлығын мен түсінем. Бірақ жалпы, бұл әндерді қатты ұната қоймен. Ән сапасын олар жаңа төмен деңгейге шығарады. На сегодняшний день, знаете, вот в этот, на определенный момент, для вас музыка – это смысл жизни или еще все-таки хобби некое? Мне кажется, музыка уже как 2-3 года стало моим смыслом жизни, потому что я часто задавал вопрос, а что, если я вот возьму и перестану заниматься музыкой, я не вижу дальше, как, что делать. Работать, но я и так работаю, но мне это особого удовольствия не приносит. Просто, да, зарабатываешь деньги, классно, там коллектив, ну, все устраивает. Но музыка – это то, что вот, тебе, меня делает особенным. Потому что в кругу друзей, когда я прихожу, они там любят меня подстебать, ну, напевают строчки песен. И я не обижаюсь, потому что я знаю, что это мое само, ну, моя самобытность. И все равно в грезы в моей голове и в моих мечтах все же показывают то, что я себя вижу вот, на большом сцене, перед большим количеством людей,
И я понимаю, что если я перестану заниматься музыкой, то у меня не будет никакого стимула вообще заниматься чем-либо. Ходить на работу и обратно возвращаться домой точно не для меня. Я готов ходить на работу, возвращаться домой и потом садиться и писать музыку. Либо придумывать мелодии, делать биты и еще что-то. Вот это уже по мне. То есть вы созданы не для скучной жизни, такой насыщенной, полной гастролей, наверное, да? Да. Угу. А недавно вы сказали, что буквально несколько минут назад, да, что каждый человек может петь. Да, у нас так все голосовые связки, если их развивать, то можно хорошо петь. Но все-таки какими качествами должен обладать настоящий певец, чтобы чего-то добиться, наверное? Я не знаю, кто это сказал, но есть одна очень хорошая цитата. Успех зависит от 99% упорства и 1% таланта. Я знаю очень много талантливых людей, но в силу своей лени они губят свой талант. Их талант играет против них. Я не считаю себя талантливым человеком. Я просто люблю музыку и занимаюсь ею. И плоды, которые я сейчас пожинаю, это все из-за упорства. Я считаю, что, ну, первое, что должно быть у человека, да, ну, в плане музыканта, если он хочет, чтобы его песни гремели по всей стране, первое – это должно быть упорство. Второе – ты должен отдавать себя полностью своему делу. Банальные слова. Ну, почти каждый это говорит, но если прислушаться, это действительно так. Потому что если такой сидеть и тебя зовут на студию в 9 часов утра, она свободна вот с 9 до 12, и ты подумаешь, не, я лучше посплю. Но так не работает. Если ты себя будешь, ну, отдавать не в полную силу, то и, скорее всего, ты такой результат и получишь. К примеру, я хожу на студию, вот она у нас в Кустанае, и там не всегда свободно. И мне звонят, ну, это мой друг, он говорит, студия работает с 8 утра до 12, есть свободное время. Приедешь? Я говорю, конечно, приеду. Лучше чуть-чуть не выспаться, прийти записаться, поработать, и потом уже получить годный материал. А выспаться, я считаю, можно в любой день. То есть каждая минута должна пройти продуктивно, вы считаете, да? Нельзя терять ни минуты. Но и себя загонять в определенные трудовые рамки тоже нельзя. Ну, нельзя работать. Вот ты полностью уставший, и ты идешь, ничего не получится. Мне кажется, важно разграничивать. Иногда я знаю людей, которые, нет, я должен каждую минуту использовать, каждую, хотя он уже не выгребает, он уже вот, у него стресс. Важно отдохнуть от музыки особенно. Я, например, иногда неделями не слушаю музыку. Вот неделю я вот наушники убираю, я специально не слушаю музыку для того, чтобы освежить, ну, свою память, свои музыкальные какие-то каналы, для того, чтобы я мог, ну, получать новые звуки. Перезагрузка некая. Да, потому что если каждый день слушать музыку, я считаю, что можно получить стресс, как бы это, ну, странно не звучало. Там жалко жүретесіз ғой. Да. Енді Абылайхан, бәрімізге белгілі, осы жақында нақтырақ тоқталсақ, жаз айының, жаз мезгілінің тамыз айында сіздің Қостанай қаласына арналған бір керемет әніңіз шыққан болатын. Северный город деген, иә. Сол жайында нақтырақ тоқталып, қысқа нұсқа айтып берсеңіз. Кстати говоря, Северный город, мне кажется, это строчки из вашей песни, где-то я слышал. Да, это песня про Костанай. Песня была написана 3 года назад, когда я только приехал в город. В детстве я очень часто приезжал в Костанай, но это было всегда так на 2 недели, на неделю. А тут я остался жить. И она была написана зимой 2018 года. Я как-то гулял по городу, и мне как-то пришло вдохновение. Я быстренько записал в блокнот строки, но не было подходящего бита. Там написали один бит, под него вышло вообще другое, там что-то танцевальное. Еще что-то написали, под него вышло что-то лирическое. И тут мой друг говорит, есть один хороший бит, послушай его, пожалуйста. Я слушаю, и мне сразу же автоматически приходят строки из этой песни. И я подумал, вау, звучит классно. И решил, что сюда нужен женский вокал, потому что скучно было бы чисто, если я буду петь. И есть одна певица, зовут ее Даяна. Я с ней связался. Мы с ней не были особо знакомы. Я ей скинул демку, текст, она послушала, ей понравилось, и мы записали.
И вот песня про наш Кустанай вышла. Но там, знаете, про Кустанай упоминается лишь в нескольких строчках. Там есть «Вырывался с дома с пацанами погулять, а дом печати до центров пешком не лень шагать». Mm-hmm. То есть дом печати, центр, и город берегов Тобола идет своей дорогой. А остальное мы вообще даже не упоминаем, что это Кустанай. То есть единственное, что, мне кажется, вот именно говорится Кустанай, это город на берегу Тобола. Потому что дом печати, мне кажется, не только у нас Кустанай есть, а в любом городе. Поэтому как бы мы ее так и подписали, северный город, чтобы это была такая вот нейтральная песня для всех северных городов, которые есть и в России, и в Казахстане, неважно. Интересно все так рассказывать об Ахан. Все-таки довольно-таки приятно общаться, да, с творческими людьми, многому учишься от них. Большое спасибо за то, что посетили нашу студию. Это субботний выходной день. Знаем, что творческие люди, наверное, все-таки больше любят поспать подольше, а вы вот, наверное, исключение. Спасибо вам за это. Я Аблайхан келгеніңізге көптен-көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Өнерде де өмірде де әрқашан жолыңыз болсын. Келгеніңізге көптен-көп рахмет дейміз. Рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Приглашайте еще. Обязательно ждем вас. Можете пожелать нашим дорогим телезрителям несколько слов на камеру. Барша, куда смотрите? На камеру. Барша Костнай телеарнасынан көрермендеріне ең басты тілейтінім зор денсаулық. Костнай телеарнасын қарап жүріңіздер ағайын, және де әрқашанда ошақтарыңыз тек қана жақсылық пен ырысқа толы болсын. Прекрасно, дорогие друзья. К сожалению, беседа с первым блоком гостей подошла к своему логическому завершению. Далее будет еще не менее всего интересного. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Я ардақты ағайын, рахмет. Енді келесі кезекті біз Әсем әуенге берсек, ары қарай екінші блоктың қонағымен танысатын боламыз. Бүле-бүле-бүле-ше, жаныма кеші.
жаныма келші, қолыңды маған берші, биле, биле, биле. Ардақ тағайын эфир төріне қайта оралдық, және екінші блоктың қонақтарымен таныс боламыз. Әріптес, сөз кезек өзіңде. Спасибо большое. Представлю, с вашего позволения, наших следующих гостей. Айбек Батырханович Шалгимбеков, ассоциированный профессор, кандидат исторических наук, а также Нургалиева Лизат и Пробовала Екатерина, студенты первого курса Кустанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, специальность журналистика. Здравствуйте, добро пожаловать. Как дела, как настроение? Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Все хорошо? Эфир. Настроенный эфир. Хороший. Конгелер называй. Жахси. Давайте, рассказывайте. Журналистика. Очень интересно. Это, между прочим, наши с тобой будущие коллеги, надеемся. В будущем придете к нам в телерадиокомпанию Костанай. А чем занимаетесь, в принципе, как проходят учебные дни? Екатерина, давайте с вас начнем. Мне очень нравится учеба, я рада, что выбрала именно журналистику, так как это мне по душе. Я всегда хотела писать, я всегда хотела быть в центре внимания, на телевидении с детства. Сейчас пишу книгу, появилось вдохновение в период учебы и решила написать книгу. Также пишу тексты для песен, но, к сожалению, пока не могу выпустить, так как нет музыки. Ничего себе, как называется книга, если не секрет? Заинтересовало это меня? Да. «Правитель света». «Правитель света», о чем она? Фантастика. Фантастика. О мальчике, который не знал, что он является волшебником. Угу. Тяжело писать? Тем более еще и совмещать это все вместе с учебой? Ну, знаете, она у меня, так сказать, просто пришла сама. То есть вдохновение ниоткуда не появилось. Я просто взяла листок и начала писать. Угу. Говорите, что еще пишете тексты для песен, а занимаетесь вокалом, музыкой? Да. На протяжении какого времени уже? С 6 лет. Да, я довольно-таки разносторонний человек, да? При Кустанайском городском добровольном обществе инвалидов у нас была концертная программа, где мы посещали поселки, города нашей области. Ничего себе. Не журналист мамандара, амбивап полу берег койлосы. Очень разносторонний. Жанна Ульватер. Лизар. Жанна Ульватер. Вы? Я вообще пришла в журналистику спонтанно. Uh-huh. Профессию, скорее всего, выбрал мой отец. Он сказал, вот, ты говоришь на казахском, но не похож на казашку. Попробуй журналистики себя. Я подумала, почему нет. И еще я очень много говорю. Папа говорит, давай в журналистику. И я когда искала в интернете информацию, в интернете, знаете, так мало информации про журналиста. И, знаете, просто ожидание и реальность. Как я поступила сюда, это просто реально очень интересно. Я шында да сіздің бет-әлпетіңіз қазаққа ұқсамайды, сондықтан да қазақша сөйлейін деп тұрсыз. Жалпы журналист мамандығына қызығушылығыңыз қандай? Журналист болып, болашақта жұмыс жасаймын деген ниетпен журналистика мамандығына түстіңіз ғой оқуға. Yeah. Енді оқу жалпы қалай өтіп жатыр, ұнап жатыр ма сізге? Мне очень сильно нравится журналистика, прям заинтересовала. В особенности нас идет история казахской журналистики. Нам дают очень много заданий снять репортаж, или вот даже по истории нам задают снять репортаж. Это очень интересно, ты идешь, снимаешь, и это так интересно, оказывается, и просто реально это интересно. История казахской журналистики? Да. Угу. Или история Казахстана, или, в принципе, как, чем отличаются эти предметы? История казахской журналистики. Мы именно изучаем
журналистику. Именно если брать историю, мы затрагиваем события, какие произошли, войны. А именно в казахской журналистике мы именно журналистику затрагиваем. То есть интересное занятие проходит в каком-то таком необычном формате, я так понимаю, да, если вы снимаете сами сюжеты? Вот, Айбек Батырханович нам дал задание снять репортаж. Мы ходили в краеведческий музей, и он сказал, выберите одну из тем, на которую можете снять репортаж. Мы выбрали, с моей одногруппницей, выбрали тему «Ибрай Алтынсарин». Это было как раз 180 лет. Мы пошли в музей Ибрая Алтынсарина. Я как раз не отсюда, я не знала, что здесь есть музей его имени. После чего я узнала, что неподалеку отсюда он здесь родился. После чего мы съездили туда, съездила моя одногруппница. И сняла это все. Это было очень красиво. Я много узнала. Абек Батырханович, что можете сказать по этому поводу? Сейчас был я 180 жил. Вот Лезат Ахмала Уласан келіп, осы танысты біздің тарихымызбен. И өте жақсы, осы біз өзіміздің туған тарихымызды, осы балалар өзі табы, сезініп, осылай сабақта бергенде көбіз кітаптан алады, кітапханаға барып, абылай өзі жасап, қызығы шығады, енді есінде алады. И сосын мен өзі мамандығына жақын, тақырыпты, сосын ол репортаж жасаған, ол осындай сабақтан өтсе, балаларға да студентке де ыңғайы ол жақсы болатын еді. Как раз закрепление, как мы говорим, вот через творчество, через будущую профессию. Вот они не сняли такой ролик, вот мы смотрели, когда условная такая сдача была на занятии, как раз перед рубежным контролем. Я с первого не подумал, что они, я думаю, они сделали хороший монтаж, но потом, когда увидел, что репортаж оттуда, с Щербаковки, со Сноубора, с колодца Омара, да, они побывали в той школе, и мавзолей, это и вышло. Сами поехали? Да. Прям действительно, вот когда вот даешь задание, прощаюсь, если творчество не зажигается, я думаю, у них профессия это должно получиться, если уже на первом курсе так пробуют, это хорошо. Получается, и я уже действительно получил удовлетворение, что не зря вот посоветовал вот так сделать. Вот Абрай айтқанда, шәкірттер ұстаздан алға шықса, я тогда удовлетворение. Вот я действительно, я вот вышел после своего занятия, я уже потом другим факультетом особенно, историкам говорю, вот у них получается, пробуйте тоже, и мне кажется, то, что они сделали, вот тоже открытие, да, для себя, брая с другой стороны, тем более вот студенты, и через форму вот, такую творческую, это было очень хорошо. На самом деле это очень важно, мне кажется, в обучении будущих журналистов применять больше практики, направлять их в правильном русле, а не загружать, да, написанием каких-либо материалов, особенно все у нас любят рефераты, большие такие тома расписывать. Конечно, безусловно, журналист должен хороший уметь писать, но тем не менее нужно выезжать на мероприятия, и уже по приезду в редакцию, да, журналисты начинают писать свои сюжеты в короткий период времени. Готовясь к эфиру, знаете, все равно же находишь информацию про будущих своих гостей, которые придут скоро к тебе на эфир. Увидел газету, выпуск «Костанайские новости», да, или что это, какая газета была, точно сейчас не скажу. Проходила игра у вас «Что, где, когда». «Костанайские новости». «Костанайские новости», да? В Доме дружбы. При содействии Ассамблеи народов Казахстана. Как прошла? Кто был организатором? Эмоции, восхищение, может быть, понравилось, не понравилось? Ну, Катя была самоучастником. Да, я была капитаном команды. Ничего себе. Как называлась ваша команда? Журналисты, наверное. Оян Казак. А, Оян Казак. Проснись, Казак. Правда, не я придумала название, но мы решили всей командой, что нужно что-то воодушевляющее. Креативное. Да, креативное. К сожалению, не удалось привести свою команду к победе, так как либо недостаточно было знаний, либо же недостаточно логического навыка. Соперники были сильными, да, так сказать. А Лазат Сезон, как ты называешь, или Секуриджин Ботан? Я была как зритель, я писала еще по этому очерк. Мне очень понравилась игра. Это были такие вопросы, на которых надо думать и думать. Но на это давалась одна минута. Если не ошибаюсь, одна минута давалась. Это было очень интересно. Сейчас менің ойымша бірінші курсқа келіп, осындай ерекше жұмыстар жасап жатқанда өте қатты таңғалып отырым. Айбек Батырханұлы, сізде қуанышты шығарсыз, бірінші курста енді қадам басып жатқан студенттер осындай биік белестерді бағындырып жатқанына. Өте жақсы, бірінші курстан осы сразу бастап, біздің студент өмірі кеше, 17 ноябрь,
студенту к нему, вот как раз вот у студентов должна быть жизнь активная, очень активная, особенно у журналистов. Они должны быть везде, встречаться с интересными людьми, не только в библиотеках, в музеях, игры в Доме дружбы, и сами делать эти игры. Вот, и не только развлекательные, но и интеллектуальные. Вот даже самоучастие, они вот многие первые участвовали, вот Катя говорит, главное не победа, а участие, мне кажется, да. И уже будучи зрителями, игроком, они на будущий год уже сами будут это проводить. Потому что вот эта игра у нас была всегда традиционной, но тут из-за карантина немножко прервалась. А вот мы попробовали вот с самими ребятами, студентами, предложили и вопросы записывали. Вот эти видео-вопросы студенты третьего курса исторического. Они вот ездили на вокзал, вот про целину вопрос рядом с нашим поездом. Были вот в парке, где стоит мраморная доска в честь нашей Кустанайской бригады, которая водрузила Знамя Победы. Про этот вопрос, история края. Наши этноцентры от Дома дружбы тоже задавали вопросы вот, по национальной культуре, о дружбе народов. Ну, тут было и все. И зарубежные вопросы. Вот нам задали вопросы вот журналист из Ханоя, вот специально для наших студентов первого курса. Был вопрос из Крыма тоже. О сказках Пушкина, но тоже было интересно, потому что об этой игре знает, кстати, я получил через неделю отклик из ханойского журналиста, он пожелал успеха, увидел этот, как раз вот этот в Ютубе выложенный, да, и он тоже с улыбкой, с иронией передал привет большой нашим студентам университета, я вам покажу потом на занятии, и действительно было интересно, да, и участвовали у нас студенты Челябинского университета, вот, Кустанайского филиала разные факультеты, и юристы, и историки, экономисты, да, чтобы это действительно. И в ходе игры не только они же знакомятся друг с другом. Я уже потом смотрел, где-то через неделю после ребята уже на переменах с теми курсами ходят, общаются, играют. Ну, не в смысле играют, что-то договариваются. Все, вот сегодня они поехали в волейбол играть. Они сделали сборную команду разную, мне сейчас писали. Это как раз здесь они в разных формах себя проявляют, и мне кажется, это будет хорошо. Чем активнее жизнь наша студенческая, это будет здорово. И нам не дают стареть. Да, действительно. Ну, это большое спасибо, хотим сказать в очередной раз, Сагдий Батырханович. Помимо того, что вы обучаете детей, вы преподаете в университете, также мы знаем, что вы занимаетесь очень так довольно-таки на высоком уровне научной деятельностью, пишете книги. Вот одна из последних, как она называется, хотелось бы узнать, почему именно на эту тему написали. Но все-таки история, да? История. Ну, это коллективная монография, потому что она научное издание, издала его Академия наук, Министерство образования и науки, Институт истории и этнологии имени Шухана Валиханова. Вот, и понятно, сейчас архивы открываются, выходят новые документы. Нужно новое видение, новые концепции, новый материал вводить в научный оборот, публиковать, и чтобы для широкого круга, не только ученых, но и студентов в первую очередь, да, тех, кто интересуется историей. И вот эта книга была посвящена истории 18 века, как раз начальный этап колонизации Казахстана. И мой раздел был посвящен как раз нашему региону, северной части Казахстана. Не случайно, вот 3 года назад, вот и депутаты Думы провоцировали, да, что северная территория Казахстана – это исконно русские земли. Получилась и ответная реакция. Ну, зачем? Есть история, есть наука. Да? Вот я работал в архивах Оренбурга, Омска, Санкт-Петербургского архива, Алматинского центрального нашего, Республики Казахстан нашего. Ездил вот по этим линиям казачьим. Горькой линии встречался и работал архивы Петропавловска, Курганской области. И материал есть, и теперь надо это публиковать, обрабатывать. И очень интересно, новые факты выходят. Вот мне как раз помнится вот письмо. Вот как раз в 1835 году строилась новая Оренбургская линия. Она прошла вот от Оренбурга до Троицка. Вот. Ну, это часть, крепость, да? Да, крепость, линия, крепостная линия. И часть крепостей на территории нынешней нашей Кустанайской области. Тогда была одна Тургайская область, Оренбургская губерния, тут не делились мы, да? И там вот письмо наших родоправителей, обращение к губернатору, не строит крепостей. Ну, все, вот, вот письмо Бия Шигена Мусина. В общем, я помню, я тогда еще переписывал, это не разрешали снимать. И как раз говорится, что это приводит к проблемам, к обострениям отношений, потере пастбищ. И, в принципе, это и случилось. И вот я хочу, чтобы вот это знали, да, вот как это происходило.
колонизация, военная колонизация вот, в 18-м, начале 19 века. Вот. Ну, в принципе, книга вышла. Я рад, что здесь участвовали многие ведущие ученые Казахстана при выпуске этой книги, сам Институт истории. Вот сейчас мы будем продолжать эту работу, потому что по разным направлениям. Ну вот у меня тема 18 век, как раз и тема диссертации. Я защищался давно, правда, уже, но этой темой до сих пор занимаюсь. Угу. А, девушки сидят, наверное, уже скучали. Загрузил их. К вам, да. А, все-таки учиться, наверное, сейчас в последнее время стало тяжелее, да, первый курс все-таки начинаете, только вникаете, только кто-то приехал из районов, да, а не из города. Тем более, вот Екатерина, знаю, поет, пишет книги, стихи, прозу. Тяжело ли все совмещать? Может быть, какой-то у вас распорядок есть, план определенный дня? Нет, я стараюсь и учиться, и ходить также на курсы английского языка. Также в свободное время занимаюсь вышивкой на картоне из-за нить. Ничего себе. Когда приходит вдохновение, пишу песни. Также снимаю видео в социальные сети. Угу. Вышивка на картоне – это как? Получается, нужно сначала выбрать схему, затем выколоть ее на картоне, затем по определенному плану нужно вышивать. Но сначала изначальный план – это схема и рисунок, какой ты хочешь сделать. И когда уже работа готова, то ее можно подарить кому-нибудь. Я всегда это делаю. Как вы к этому пришли? В Костанайском городском добровольном обществе инвалидов ранее был кружок «Из-за нить». И для особенных людей проводились такие кружки, чтобы они не просто сидели дома, а развивались, раскрепощались, общались. И меня пригласили в качестве участника городского добровольного общества инвалидов. И хочешь ли ты посещать, есть ли свободное время? Я сказала, ну почему бы и нет. Личность разносторонняя. Да, я тогда же в центре досуга вдохновения занималась вокалом и решила, почему бы не попробовать себя в качестве в рукоделии, в качестве разностороннего человека. Лизат, вы? Раньше я занималась танцами. После чего я забросила это в 11 классе. Забросила я из-за того, что надо было готовить кинте. Я еще тогда даже не знала, на кого я точно поступлю. Это для меня был тяжелый период. После чего я хочу образно заниматься танцами. Но из-за того, что вот журналистика, это, я хочу еще раз сказать, это очень спонтанная работа. И вот, и нужно все совмещать, успевать. И я думаю, что я скоро научусь это все вместе совместить. Научусь все это делать. И в скором времени я, возможно, и вернусь на танцы. И я еще, кстати, читаю очень много книг. И думаю тоже, как Катя, буду скоро писать свои книги. Вы сказали, что вот журналистика – это такая спонтанная работа. Да. Действительно, соглашусь с вами. А журналисты, которые особенно пишут новостные сюжеты, они не знают, где окажутся завтра утром, в какой части мира или Казахстана, да, нашей республики. Ну, а в целом, кто трудится у нас, это Костанайская область. Полностью с вами соглашусь. Знаете, журналистика, она разная, имеет свои направления, да? Телевизионная журналистика, после окончания третьего курса, кажется, вот будет распределение, да? А журналисты, либо же вот пиар, службы можете работать, это у нас, как правильно называется, вам уже говорили, направление, помимо журналистики? Пиар-менеджмент. Пиар-менеджмент, да, возможно. Можете работать пресс-секретарями, можете писать в газеты, да. К чему у вас больше лежит душа? Что вы больше любите делать? Может быть, уже знаете, да, вот я вырасту, имеется в виду в профессиональном плане, да, закончу университет и буду вести программу. Или же, вот, например, Катя думает, я буду писать статьи в наш Костанай. К чему лежит душа? Я бы хотела вести какую-то программу. Ранее на телеканале «Алау» была программа «Со своим самоваром». Мне хотелось бы создать какую-то программу, чтобы освещалась жизнь людей с ограниченными возможностями, чтобы рассказывать о их проблемах. Возможно, у них есть какие-то скрытые таланты, которые нужно развивать. И
Это очень актуально, кстати. А почему именно вот люди с ограниченными возможностями? Ну, мне близка эта тема, так как у меня заболевание сахарный диабет, и я с 6 лет посещала городское добровольное общество инвалидов. Я знакома с такими людьми и не понаслышке знаю, с какими трудностями и проблемами они сталкиваются. Ничего себе. Угу. Лизат, у вас почему больше тянет вас? Изначально, я вообще, когда шла в журналистику, я думала, стану пиар-менеджером, менеджером. После чего у меня сейчас делится мое мнение, пойти работать в газете или пойти работать на телеканал. После чего я, скорее всего, думаю, что я пойду работать на телеканал. Мне кажется, моя душа лежит больше к телеканалу, я буду работать на телеканале. Ну, мы надеемся увидеть в скором времени, в ближайшем будущем в нашей телерадиокомпании «Казахстан Костанай». Да, ролики, к сожалению, наши гости, уважаемые телезрители, принесли с собой в электронном виде, в электронном формате ролики, которые они снимали, да, по направлению современной истории Казахстана. К сожалению, по техническим причинам мы не можем их вам показать. Но надеемся, что скоро эти прекрасные девушки, Абек Батырханович, появятся в нашей студии вновь и обязательно покажем им, их вам, уважаемые друзья. Спасибо большое за то, что посетили нашу студию. Очень интересно с вами разговаривать, особенно с Абеком Батырхановичем. Новые творческие задания. Творческие задания. Какие у вас новые? Новое творческое задание у нас, точнее у меня, оно пойти к археологу и взять у него интервью. Ничего себе, Екатерина. А я со своей сокурсницей Гульнас должна пойти к участнику афганской войны. Женщина была, если я не ошибаюсь, Абек Батырханович, медсестрой. Да. И мне всегда близка была тема афганской войны и вообще войны в целом. Я хотела бы от первого лица узнать, каково было человеку тогда, именно в то время, какие воспоминания, какую боль она перенесла. Может быть, но как-то обойти и начать издалека, то есть. Ничего себе, еще таких же интересных людей, интересных личностей нужно же уметь находить, да? Это вам необычные люди. Таки большое спасибо за то, что посетили нашу студию. Спасибо большое за прекрасную беседу. И желаем вам творческих успехов. Абек Батырханович, выхода скорее скоро новой книги. Прекрасные журналисты, чтобы окончили на отлично Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова и пришли к нам работать в наш телеканал. Я бұйырса, араға 4 жыл салып, біз әріптестерімізді тура осы жерден көргіміз келеді деп айтқымыз келеді. Сіздерге келгендеріңізге мың да бір рахмет. Алдағы өмірде шығармашылық табыс тілейміз. Егер де біздің көрермендерімізге айтар тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, мына екінші камераға қарап айтсаңыздар болады. Пожелание нашим дорогим телезрителям на камеру номер 2. Девочки, давайте, Илья Петрханович. Я всем хочу нашим землякам передать здоровье. Действительно, вот сложное время, вот карантинное здоровье. И многие болезни уходят, если у всех есть позитив и созидание. Позитива и созидание. Я желаю прежде всего, конечно же, здоровья в наше тяжелое время. Ну, а затем уверенность в себе. Это самое главное. Если вы о чем-то мечтаете, чего-то хотите, но боитесь, верьте в себя, и все получится. Спасибо большое. Лизат. Также я желаю всем здоровья, чтобы все были уверены в себе. Я желаю... Я даже не знаю, я немного волнуюсь. Ничего страшного. Первый раз. Главное, вот нам, студентам, хорошо окончить учебу и работать по своей профессии. Да, и терпение вам. Терпение. Кстати говоря, вот лично мое мнение сейчас, когда были пожелания озвучены, да, Екатерина сидит прям настоящая ведущая в будущем. Я вот вижу ее ведущей какой-нибудь программы, возможно, на нашем телеканале. Рады будем видеть вас вновь. Дорогие друзья, к сожалению, беседа со вторым блоком гостей подошла к завершению. Далее будет тоже не менее всего интересного. Будет очень много. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Я бәрекелді құрметті телекөрермендер, біз екінші блоктың қонақтарымен өзіміздің әңгімемізді аяқтадық деп айтуға болады. Ендеше біз кезекті әсем әуенге берейік, ары қарай үшінші блоктың қонақтарымен таныс боламыз. Thank you.
Өзге оқсаған көктем еді. Түсініксіз кеткен едің. Жүрегіңнен өшірдің бе? Хат жазбайсың көптен бері. Көнесің бе? Көнбе мейлі. Дүние осылай. Уважаемые друзья, мы продолжаем наш прекрасный эфир в нашей студии. Уже наконец мы дождались этого события. Появился третий блок гостей. Мой коллега, надеюсь, представит их. Я Диас Рахмет. Өзденнен кейін біз эфирімізге қайта оралдық. Үшінші блоктың қонақтарымен рұқсат етсеңіздер таныстырып өтейін. Нұргалиева Гүлнәс Сәбитовна, бұқаралық бөлім жетекшісі. Нұрымова Салтанат Ибраевна, қалалық балалар шығармашылық мектебінің қосымша білім беру мұғалімі, және де Алтынай халықты күлгілі ансамблінің жетекшісі. Сондай-ақ Шодырова Сымбат, осы қалалық балалар шығармашылық мектебінің қосымша білім беру мұғалімінің, және де Алтынай халықтық үлгілі ансамблінің тәрбиеленушісі. Қош келдіңіздер, көңілдеріңіз қалай? Как дела, как настроение? На эфир настроены, на беседу? Да, настроены, рабочее, хорошее настроение. Давайте начнем с вас. В принципе, чем на сегодняшний день занимается ГШДТ? В каких направлениях развивается?
Балалар шығармашылығы мектебі өзінің жүйелі жұмысын біраз жылдар бойы мектеп қабырғасында емес, қала ортасында, облыс ортасында, республика мен халықаралық деңгейлерде жүргізіліп келе жатыр. Бізде 30-тан астам үлкен үйірмелер бар, мемлекеттік тілде білім береді, орыс тілінде білім беретін. Дәрежесі жоғары, санаттары жоғары мұғалімдер біздің тәрбиеленушілерді сол үлкен жетістіктерге жеткізу үшін еңбек жасап жатыр. Жылдан жылға бізге келуші тәрбиеленушілер саны есейіп, ұлғайып келуде. Бұл деген шығармашылықтың деңгейінің дамып, өскелең ұрпақтың шығармашылыққа деген тартылысы, қызығушылығы артып келе жатыр дегенді білдіреді. Осыған орай бір жерде тұрмай, жылдан жылға жаңа қадам жасап, үйірмелердің алуан түрлерін көркейтіп келудеміз. Заман талабына сай, уақыт талабына сай, қызығушылықты ескере отырып, жаңа үйірмелерді ашып, сол бағытта жұмысымызды өркендетіп келе жатырмыз. Жалпы Гүлназ Сәбитқызы, сіз балалар шығармашылық мектебінде қандай қызмет атқарып жатырсыз бүгінгі таңда? Балалар шығармашылық мектебінде оқу бөлімі, бұқаралық бөлім деген бөлімдеріміз бар. Негізі менің міндетім қала көлеміндегі барлық фестивальдер, концерттік бағдарламалар, байқаулар, сайыс жарыстарды ұйымдастырып, жалпы білім беруші мектептермен тығыз байланыс орнату. Сол мектеп оқушылары біздің байқауларымызға қатысып отырады. То есть организовать активное участие учащихся наших учащихся школ города, чтобы они активнее участвовали в наших конкурсах, стремились к большему. Всегда сотрудничаем не только со школами, то есть и с другими организациями, с колледжами, с вузами и так далее. Да, спасибо большое. В принципе, поняли, в каких направлениях развивается на сегодняшний день городская школа детского творчества. Салтанат Ибраевна, расскажите о своей деятельности, чем вы занимаетесь. Более она узкая, так думаю, да, специфика? Да, я бы хотела рассказать немного о своем коллективе. В данной школе я работаю уже более 20 лет. Да. Моему коллективу через 2 года будет 20 лет. С коллектива вышло уже очень много воспитанников. Более 500 человек уже воспитала. Они вылетели, так сказать, с моих рук. Вот. В данный момент в коллективе больше 200 человек. В моем коллективе еще работают 2 педагога-репетитора. Это Айтбаева Асима Заматовна и Бисова Дина Бериковна. То есть у нас в данный момент у меня 9 групп, и у моих репетиторов по там 6 и 7 групп. То есть очень большая армия детишек, в основном у нас девочки. Направление у нас народное, но мы не боимся и классическим балетом заниматься. Экспериментировать. Обязательно. Танцевать современные танцы, что-то экспериментировать, можем соединить что-то и деми-классик, и тут же и модерн, тут же еще и народное что-то включить. И то есть ничего не боимся. Да. Идем в ногу со временем, потому что детки, вы сами знаете, да, с каждым годом они намного интереснее, намного они развивают себя не только в творчестве, но еще и они как бы в IT-системе сидят, и им же интересно там что-то узнавать. Поэтому мы с ними вместе рядом и помогаем развиваться в хореографии, помогаем творчески им расти. Вообще у меня вот с коллектива выпустились еще не просто девочки, еще и выбрали свою профессию именно хореографии. Девчонок много, они живут по всему Казахстану, и в Астане, и в Алмате, ну, в Нур-Султане, так скажем, да, и в Талдыкоргане, и, в общем, знаете, если так считать, очень много. В данном городе нас здесь, моих девочек, 4 здесь занимаются именно вот хореографией, выбрали в профессию. Вот. Я всегда говорю, что я очень люблю свою работу, всегда делюсь со своей, как сказать, тем, что я знаю, делюсь с детками. Люблю своих детей, очень сильно люблю. Люблю своих родителей. Вот это моя мощная армия родителей, которые всегда, хоть днем, хоть ночью, всегда отзываются и идут ко мне навстречу с пониманием, с поддержкой. Настолько вот они активно относятся к жизни, вот именно моему коллективу. Говорите, что уже 20 лет занимаетесь, да, хореографией, почти 20 лет. Не тяжело? В принципе, работа с детьми – это очень кропотливый труд. Вы немножечко неправильно поняли. 20 лет нашему коллективу будет через 2 года. Вообще я занимаюсь хореографией, в педагогике хореографии 28 лет. Сама я занимаюсь 6 лет. То есть вся жизнь – это танцы.
Поэтому это не тяжело. Это если ты душой и сердцем любишь то, что ты делаешь, оно идет всегда легко и просто. Я считаю так. Я сүйіктіске назар аударып көңіл бөлсе, одан түбінде бір жеміс шығатыны белгілі. Ал Сымбат, енді осы сен мектепке қалай келдің, қай жылы келдің, білім алып атқаныңа қанша уақыт болды? Я на данный момент на танцы хожу уже на протяжении 11 лет. И я очень благодарна своей маме, во-первых, за то, что она отправила меня так еще и в Салтатай Брайане, потому что Алтынай в те годы, это был 2009-2010 год, я тогда любила танцевать, и поэтому меня, собственно, и отправила на танцы. Так получилось, что я попала в Салтатай Брайане, и она, можно сказать, за эти 11 лет из меня сделала не только танцора, но и девушку, которая выросла, и она присутствовала в этом. Салтатай Брайане, я считаю сейчас как свою вторую маму, потому что куда мы только не ездили, в Алмату, в Сочи, и это все сближало нас все ближе и ближе. Таким образом, она мне стала второй мамой, к которой я могу прийти, я могу позвонить в любой момент, она всегда выслушает. Также я благодарна Дворцу пионеров, потому что они не только на, как сказать, направляют творческий, да? Но и жизненный путь. Да, до 8 класса я хотела стать хореографом, потому что эта профессия мне очень сильно понравилась, видя и смотря то, как преподает Салтатай Брайане, но поняла, что это очень большой, тяжелый труд, ведь учителем быть это не так легко, это дети, это нервы постоянно. И мы постоянно этому как-то ее приводим, но несмотря на это, я хочу сказать спасибо Дворцу пионеров Салтатай Брайане. По старинке Дворцу пионеров говорим. А болашақта Сымбат, енді хореограф мамандығы қиын деп жатсын ғой. А болашақта осы жұмысты қолға аласың ба? Осы мамандықпен жұмыс жасайсың ба? Егер мен өз ұнаған мамандығымна түспесем, онда хореограф Булам, где посмешал и лайм, я. Как все-таки удается совмещать учебу в школе и танцы? Десять лет, когда я ходила до 11 класса, все было просто. Мы ходили, все было по расписанию, все было отлично, старались не пропускать. Но так как 11 класс, на данный момент ЕНТ, готовимся, стало тяжело это все совмещать, потому что на подготовке уходит очень много времени, и поэтому на танцы мы уделяем мало времени, и от этого нам очень грустно, подводить не хотим мы и учителя. Но как-то пытаемся хотя бы хоть по выходным ходить на танцы. То есть не собираетесь бросать, да? Нет, конечно, нет. Ал Гүлназ ханым, енді көбінесе сіздердің аудиторияларыңыз осы мектеп оқушылары ғой. Көбінесе қала мектептердің оқушылары. Және онымен қоса мен жаңа айттым, қала көлемінде үлкен іс-шаралар ұйымдастырып отырамыз деп. Былтырғы жылы, мысалы 20-21 оқу жылында облыс көлеміне де қадам жасап байқадық. Қосымша білім беру бағытында барлық аудандардан, қосымша білім беру мекемелермен, Дом творчества Лидия, Дворец школьников дегендер бар, барлық аудандармен байланысып, біз біргеміз деген жоба құрдық. Жоба барысында әрбір облысымыздың түкпір-түкпірінде орналасқан шығармашылық орталықтармен бірлесе бір ән жолдау жасадық. Оның басты мақсаты бір әнді айтып орындау емес, бір облыста, бір жер елді мекенде орналасы отырып, бір шығармашылық бағытта орасан бір ат салысып отырғандықтан өзіміздің күшімізді, өзіміздің бірлігімізді, бірлестігімізді көрсеттік. Бұл жобаға 14 мекеме қатысты,
Арқалық, Рудный, Лисаковск, Жетіқара қалаларынан, Әулекөл, Боровской, Миндіқарайы. Яғни, біздің ұсынысымызға қол үшін беріп, өте белсенді қатысып, жобамызды қолдап, бізбен бірге бір жарым ай көлемінде өте жақсы жұмыс жасап шықты. Жұмысты жүйеге келтіру арасында ән таңдау, мекемедегі ұстаздармен жұмыс істеу, олардың тәрбиеленушілермен бірге жұмыс істеу. Яғни, былай қарағанда, мысалы, теледидардан, көгілдір экранның ар жағынан профессионалды түрде көрсетілетін бейнеролик, бейнеклип сияқты өзімізде сондай бір жұмыс жасап көрдік. Меніңше, жұмысымыз оңды болды. Өзіміздің білім басқармасы көлемінде өзіміздің жұмысымызды жаңақ Facebook парақтарында жағалай таратып, яғни оң пікірге ие болдық. Яғни бұл әкімшілік тарапынан бір орында тұрмай, алдыға қарата ұмтылып, болашақта одан да үлкен асулардан өсіп, өтіп, жеңудің бір сондай жеңуге жасаған бір қадам болған еді. Өйткені елбасы айтқандай, президентіміз айтқандай, балалардың оқу дағдысын дамытумен қатар, қосымша білімді де шығармашылық әлемінде ұмытпау керекпіз деп. Сондықтан өзіміздің дәрежемізді түсірмей, үлкен-үлкен асулардан ақырындап болса да аттап келе жатырмыз. Я думаю, прямо сейчас самое время, уважаемые телезрители, посмотреть видеоролик о городской школе детского творчества, который как раз подготовили наши сегодняшние гости. Внимание на экран. Я Диас Турсайтасын, бірер минуттан соң эфирімізді әрі жалғастыратын боламыз. Әзірше үзілісті жариялаймыз. Жылдық тарихы бар тәуелсіз Қазақстан халқы қандай болуы мүмкін? Қостанай қаласының балалар шығармашылығы мектебі өз жауабын береді. Зашарлар, чемпиондар, өз ісінің үздіктері, әр саланы терен игергендер, болашақ ұрпаққа жол салғандар, пионерлер, мұрагерлер, есімі аңызға айналғандар. Қазақстан мәдениеті мен ғылымын кімсіз елестету мүмкін емес. Осы мұраны ең жақсы түрде қолданғандар. Работы, которая не уступит перед упорным человеческим трудом. Нет вершины, которую нельзя покорить. Нет препятствий, которые нельзя преодолеть. Нет дел, в которых нельзя стать первым. В любой гонке можно стать лучшим. Из любой ситуации можно быть победителем. Благодаря упорному труду, силе ума и духа. За 30 лет независимости в школе детского творчества города Костаная воспитывают именно такое сильное, умное, творчески развитое поколение. Они еще покорят сердца миллионов своими талантами. Они могут петь, танцевать, играть на инструментах, бороться, побеждать, исследовать, открывать, учиться всему новому. Уже сейчас нашими воспитанниками и педагогами можно гордиться, ставить в пример. Они подают надежды и готовы заявить о себе еще громче. И в будущем их будет еще больше молодых, талантливых и выдающихся казахстанцев. И мы движемся к этому будущему вместе. Шығармашылығы мектебінің 30 жылдық тәуелсіздік тұғыры болған әр баланың қалыптасуы мен жетістігінің жеке тарихы артында ұлы тәлімгер. Тәлімгер шығармашылық әлеміне есік ашады, шығармашылық призмасы арқылы таланттарды байқайды, сұлулықты көруге үйретеді, түнгі маяк тәрізді жол көрсетеді. Балалар шығармашылығы мектебінде әрбір жаңа күн әлі алынбаған асуларды бағындырудағы таңғажайып саяхатқа айналады. Безграничная свобода творчества, социализация ребенка, доступность разнообразных форм, профессиональное самоопределение. Каждый ребенок талантлив по-своему, и каждый может совершать великие дела. Вот главный девиз школы детского творчества, который стимулирует наших педагогов и воспитанников достигать еще больших высот. Мы каждый месяц пополняем свою творческую копилку новыми победами на международных, республиканских и областных уровнях. Ведь профессиональные
Профессионализм и мастерство наших педагогов побуждает воспитанников на новые звездные триумфы. Растем, мечтаем, ведь мечта – это есть первый шаг к реализации цели. И в будущем мы хотим реализовать свою экологическую зону, бассейн, планетарий для углубленного изучения космического мира, заниматься развитием робототехники и фрезерной обработкой по дереву. За время 30-летия независимости мы покорили немало вершин, но многое еще впереди. Ал ардақты ағайын, біз бейнероликтен кейін қайта оралдық. Ендеше үшінші блоктың қонақтарымен әңгімені жалғастыруға дайынбыз. Гүлназ ханым, жалпы осы сіздердің оқушыларыңыз, тәрбиеленушілеріңіздің бір атап айтар республикалық немесе халықаралық деңгейде жетістіктері бар ма? Әрине, әрине бар, өте көп. Біз оны өте мақтан тұтамыз. Міне биылғы 21-22 оқу жылы басталысымен біздің тәрбиеленушілеріміз 239 республикалық, халықаралық, облыстық, қалалық шараларға қатысты. Жаңағы 2-3 орындыларды алмағанда халықаралық деңгейде 60-61 орын және гран-при иегерлері аталып шықты. Республикалық көлемде жаңағы 45-1 орын және гран-при иегерлері болып отыр. Бұл 2-3 орындарын санымағанда. Сондай-ақ мұғалімдер тарапынан бізде 43 қосымша білім беру мұғалімі бар. Жыл көлемінде олар 90-нан артық іс-шараларға қатысып, соның ішінде 70-сіне жуық 1 орынға және гран-при иегерлері болып отырды. Бұл ненің көрсеткіші? Яғни мұғалімдердің өзінің кәсіби шеберлігінің жоғарылатуы негізінде тәрбиеленушілердің де жетістіктері күннен күнге артып, өсіп келе жатыр. Және біздегі сәл бір ерекшелік деп атап өтетінім, бала шығармашылық мектебіне тек қана күнделікті, толыққанды, дені сау балалармен қатар ерекше бір көңіл бөлуді талап ететін балалар да өздерінің шығармашылық қабілеттерін дамыта алады. Яғни әрбір педагог ол жаңа оқу жылынан бастап инклюзия бағыты бойынша өзінің кәсіби шеберліктерін арттырып, арнайы бағдарлама бойынша курстарды өтіп, және жаңағы үйірмелерде арнайы көңілді ерекше талап ететін балармен бірге жұмыс істеп жатыр. Яғни оларға да дәл осындай шығармашылықта өсу мүмкіндігін беріп жатыр. Яғни бұл біздің жаңа қадам жасап жатқанымыз, жаңа бейнероликті көрсеткендей, армандамайтын адам болмайды дегендей, шығармашылықтың алуан жағын зерделеп, ұлттық қол өнерге де көп көңіл бөлігіміз келеді. Яғни ағаш өндеу мен экологиялық тарапта бастар жолдарымыз көп. Сол жолдарда ең бастысы мұғалімдеріміз Салтанат Ибраевна атап өткендей өзінің ісінің шебері болу үшін өзінің ісін жан тәнімен сүю керек. Егер осындай кісілермен жұмыс жасасақ, әлі де біраз асулар алынады деп сенемін. Жаңағы 239 деп жатқан, 90 деп жатқан сандар ол тек қана бастама. Өйткені өз ісін сүйетін адамдарға, оқушыларға, мұғалімдерге алынбайтын асу болмайды, оларға шектеу болмайды. Сондықтан болашақта бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз. Ұстазды үйреткен жалықпас үйретінен балаға дейді. Осы оқып жатқан тәрбиеленушілеріңіз, мысалы 11 жылда текке оқып жатқан жоқ қой, сонда оқуды аяқтағаннан кейін қандай да бір диплом немесе сертификат табыстала ма? Әрине, бізде жыл басында ашық есіктер күні жарияланады. Мысалы жыл сайын бізде 5-42 күні барлық есіктерімізді ашып, ата-аналар мен тәрбиеленушілерімізді қарсы алатын болсақ, 25 мамырда мектептерде соңғы қоңырау болатын болса, біз 1-42 күні жазға кірісер алдында өзімізге жыл бойы келген оқушыларымызды, түлектерімізді 11 жыл бойы бізге қатысқан міндетті түрде марапаттап, өзіміздің әрбір
бір үйірме жетекшісі өз тарапынан қызығушылықты жан-жақты етіп, есеп беру концерттерінде балаларды атап өтеді. Бұл міндетті түрде жасалады, өйткені бала өзі үшін қандай жетістікке жеткен игеруде берілетін қағаз емес, ол бала үшін жаңа алынған асу. Сол асуда бізбен бірге болған үшін және мұғалім тарапынан сондай көңіл бөлініп тұрады. Ол міндетті түрде. Прекрасно. Султана Табраева, столько лет отдали хореографии, столько лет творчестве. Каждый ли человек может научиться танцевать? Каждому ли это дано? Или вот если с рождения тебе не дано, то вот все это не сможешь? Ну, в моем опыте вообще таких детей я не встречала. Потому что если человек, даже если творчески не одарен, с помощью педагога можно развить любое качество у ребенка. Поэтому это нужно трудиться, развивать, раскрывать у ребенка этот талант, даже если его нету. У меня был вообще-то один случай, у меня девочка немножечко неритмичная была, не слышала музыку абсолютно. Я с ней и как только не пробовала с ней работать, и вроде бы и хлопали, и топали, и щелкали. Я поняла, когда мы начали уже современной хореографией заниматься, что вот это вот направление для нее близко было. Поэтому вот когда современную музыку она начала слышать, там-то он немножко ровненький, и вот как-то вот, вот раскрылась эта девочка, и пошло у нас дело. Вообще развивать надо каждого ребеночка в любом направлении. И да. Это, наверное, профессионализм как раз-таки руководителя, да, художественного. Да. Большое спасибо за то, что посетили нашу студию. Вот это субботний, выходной день, 12 часов дня. Некоторые еще спят, а вы делитесь с нами, с нашими дорогими телезрителями такой прекрасной, актуальной, важной информацией. Я қымбатты қонақтарымыз келіп жеткен осы сенбі күніне жақсы көңілкемен өткізулеріңізді тілеймін. Бүгінгі келгеніңізге көптен көп рахмет. Қанаттарыңыз талмасын, әрмен қарай ұша беріп, биік белестерді бағындыра беріңіз. Егер де біздің көрермендерімізге айтар ізгі тілектеріңіз болса, мына екінші камераға жолдасаңыздар болады. Құрметті балалар, жүректеріндегі отты алаулатып, лаулатып ары қарай жандырамыз десеңіздер, шығармашылықтан алыс болмаңыздар. Қорықпаңыздар, тек қана алға ұмтылыңыздар. Көңіл-күйлеріңіз жақсы болсын. Рахмет. Наши сердца открыты для вас, наши хорошие детки. Школа детского творчества всегда рада приветствовать любого ребеночка. Большое спасибо. Я хочу сказать, что каждая девочка сможет также танцевать и развить в себе то, что так скрывается глубоко внутри. Да, это, наверное, помогут, разглядят, увидят. Какие прекрасные художественные руководители. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, к сожалению, эфир программы «Тобол ТНС» подошел к своему логическому завершению. Берегите себя и до новых встреч. Я Ардақ Тағайын, «Тобол ТНС» өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Маған мұна ғажайып дүниені тауып.